Чтобы повысить внимание автомобилистов, любящих говорить по телефону за рулем без устройств громкой связи, Республиканская госавтоинспекция провела в Саранске очередной этап операции «Мобильник». Нарушителей оказалось так много, что они не стеснялись убирать от уха смартфон даже с рядом едущей патрульной машины ДПС. При этом в большинстве случаев нарушали ПДД водители машин, в которых есть система, позволяющая вести беседу с абонентом без использования рук, то есть не отвлекаясь от процесса движения. Вместе с патрулями ДПС в городе работали и скрытые экипажи. Главным доказательством правонарушения становилась видеозапись, которую полицейские делали из окна автомобиля. Впрочем, никто из любителей поговорить за рулем факт не отрицал. Признавались, что просто не успевали подключить громкую связь. Ну а почему вы разговаривали, скажите? Нужно было срочно ответить, а знаете, что нарушали таким образом? Ну, да. Обычно так не делаете? Ну, обычно в машине все это есть, просто не успел переключиться. Всего за несколько часов рейда дорожные полицейские выявили 17 нарушителей. На каждого из них был составлен административный материал. Это стало самым дорогим телефонным звонком для автомобилистов, ведь штраф немалый – 1500 рублей. В ГИБДД напоминают, что под санкции попадает не только телефонный разговор без специальных устройств, но и пользование различными мессенджерами и социальными сетями во время управления машиной. Выписанный штраф многие, конечно, заплатят, но главное, как заявляют в ГИБДД, чтобы нарушители, те, кто сейчас смотрит этот сюжет, сделали правильные выводы. Алло. Нет. Нет. Алена, извините, я в аварию попала, потом перезвоню. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».